Коммунальная чехарда. Жители Заволжского района Ярославля оккупировали единый информационно-расчетный центр на улице Терешковой. Дело в том, что около 20 тысяч абонентов получили квитанции за холодную воду и водоотведение с неожиданно большими суммами. По словам собравшихся, в них не отмечались реальные показания счетчиков, а начисления производились по нормативам. Просто вот сколько человек зарегистрировано, настолько человек вот вода и начисляется. То есть если вот по счетчикам у меня в пределах 600 рублей, то по зарегистрированным людям у меня 4600 пришло. Проблемой заинтересовались в областном правительстве и в мэрии Ярославля. Там пояснили, что Ярославль-Водоканал вынужден был считать по нормативам, так как предыдущий агент, Заволжский расчетный центр, не передал ему данные учета. Сегодня компанию обязали предоставить всю информацию до 20 июля. Будет произведен перерасчет, информация заменена. Те, кто уже оплатил счета, увидят разницу в плюсе в следующем месяце. В рамках вопросов многих от льготников и тех, кто пользуется субсидиями, все будет сохранено. И мы будем рекомендовать жителям сейчас оплачивать ту сумму, которую они оплачивали в предыдущий месяц, несмотря на начисление в этой квитанции.